Всем привет! Вы на канале AM Life, и сегодня наш разговор пойдет о замке Локет, который находится в Чехии. Вблизи Карловых Вар, в 120 километрах от Праги, расположился замок Локет. Кем и когда был основан замок, достоверно неизвестно, но в документах первое упоминание датируется 1234 годом. Изначально крепость служила для оборонительных целей, поскольку находилась недалеко от границы с Германией. Позже крепость стала выполнять роль резиденции правителей. Замок окутан многими мифами и легендами. С 1889 года замок стал тюрьмой. Об этом напоминает выставка орудий пыток. Для туристов даже открыты камеры, где на стенах висят цепи с кандалами. Отсюда и множество рассказов о призраках, живущих в замке, гномах и даже драконе. Поговаривают, что гному уж очень не нравятся непричесанные, и он пытается всех причесать своей расческой. Локет посещали знаменитые гости и восхищались его красотой. Так, Гёте после визита в замок писал, что красота этого места не поддается описанию. Далее, детям и особо впечатлительным рекомендую это видео выключить, остальные же могут проследовать за мной в тюрьму замка Локет. Наслаждение.